Китай призывает другие страны усилить координацию стратегии развития и правил управления технологиями искусственного интеллекта. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на церемонии открытия 7-й Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Глава китайского правительства подчеркнул, что страна приветствует цифровую интеллектуальную трансформацию и технический прогресс. Однако необходимо обеспечить безопасность применения новых технологий. Всемирную конференцию по искусственному интеллекту проводят в Шанхае с 2018 года. Участие в мероприятии ежегодно принимают главы крупных компаний, государственные деятели, ученые и эксперты. В этот раз темой встречи стало управление искусственным интеллектом во благо и для всех. В программу конференции также вошла масштабная выставка, где около 500 компаний представили инновационные продукты. Среди них роботы, большие модели искусственного интеллекта, автономные транспортные средства и новые вычислительные системы.